Вот это резина. Новая зимняя резина. На улице уже отрицательная температура, и пора готовиться к зиме. Минус 3 градуса за бортом автоматического мобиля. Можно ли говорить, что на Камчатку пришла зима? В район Петропавловска, наверное, еще нет. Но холода уже наступили. Сегодня 7 день ноября. Кстати, этот день, в который красные твари празднуют свое картавое воцарение на 6-й части суши. Скоро в силу естественных причин они покинут этот мир. И, надеюсь, все-таки русский народ вновь возродит утраченное величие. Ну, а я, пожалуй, поеду на почту в одну из соседних деревень, потому как вас сегодня ждет еще книжная распаковка. Я знаю, что за очередная посылка мне пришла, но пусть это будет маленькой интригой. Вот это наша почта. А вот это вот полученная книжка, даже две книжки, если точно. Вскроем их немного позже.
Я немножко полетал над городом. Пока меняли летнюю резину на зимнюю, я успел поднять летающий фотоаппарат в районе улицы Максутова и прогнать его немножко в сторону улицы Ленинградской. А потом я перебрался, не сразу, а через несколько часов уже, перебрался в Сероглазку, в микрорайон с названием «Геологи». Когда-то здесь было управление Камчатгеологии, теперь его уже нету. Кстати, вот здание. Вот здесь когда-то была Камчатгеология. Давайте посмотрим. Посмотрим, как выглядит столица Камчатского края единственным глазом летучего фотоаппарата. Смотрите.
Кстати, один из зрителей моего канала в знак благодарности за увиденное прислал из-за границы вот это вот пожертвование на развитие канала. Спасибо зрителю. А для остальных напоминаю, что внизу, в комментариях, вы можете оставить ваши пожелания, написав, что вы хотите увидеть в столице Камчатского края или в окрестностях этой самой столицы, города Петропавловска на Камчатке. Время от времени такие просьбы выполняю. Комментарии пишут внизу. Теперь наступили минуты долгожданной книжной распаковки. И я приступаю к этой самой распаковке. Сейчас опять будет сеанс русского великодержавного шовинизма. Никогда не выбрасывайте упаковки от посылок и прочий мусор на природе. Всегда забирайте с собою, потому как для мусора есть специально отведенные места. Итак, две книги, прилетевших ко мне из Москвы, принадлежат перу одного и того же автора, известного русского публициста Егора Холмогорова. Первая книга называется «Русские». Она имеет разъясняющий подзаголовок «Нация», «Цивилизация», «Государственность», «Право русских на Россию». «Русские». Егор Холмогоров. Вторая книга. «Рцы. Слово твердо». Русская литература от слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова. Опять-таки ее автор, как я уже сказал, Егор Холмогоров. В книге содержится ряд статей о творчестве Владимира Мономаха, Афанасия Никитина, протопопа Аввакума Петрова, Радищева, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Розанова, Есенина, Набокова, Ахматова, Фатьянова, Солженицына, Распутина, Бродского, Лимонова. Это точно. Может быть, надо что-нибудь прочитать из этой книги? Потому как быть культуртрегером легко и приятно. В то время как грязные вонючие пролы крутят гайки на заводах, культуртрегер читает хорошие книги. Я открываю 239-ю страницу и нахожу статью «Изъятие. 100 лет орфографической катастрофы». В октябре 1918 года, пишет Егор Холмогоров, советская власть приняла декрет о введении новой орфографии, предписывавший печатать все газеты, журналы, книги и официальные документы по новой орфографии, список правил которой прилагался. Из алфавита исключались буквы «ять», «фита» и «идисетеричная», заменяясь на «е», «ф» и «и». Устранялся твердый знак после согласной в конце слова, оставаясь только как разделительный знак в середине слов.
Далее Егор Холмогоров перечисляет все нововведения и пишет. Вот вроде бы и вся реформа. Провести ее на территории, контролируемой большевиками, большого труда не составляло. Все печатные средства там давно были захвачены советской властью и полностью контролировались. Действовала цензура, мимо которой ни один ядь не проскочит. Революционные матросы реформировали орфографию просто. Они ходили по типографиям и уничтожали литеры запрещенных букв. Знает ли читатель нынешней цифровой эпохи, что еще не так давно печать книг осуществлялась с помощью набора металлических буквок и пробельного материала на специальной форме, с которой делался оттиск на бумагу. Так как буква, твердый знак, была и запрещена, и не запрещена, то революционное сознание пролетариата, теряясь перед этой апарией, решило действовать по-большевицки. Ее тоже уничтожали. Еще многие десятилетия значительная часть советских книг и большинство газет печаталась с апострофом, диакритическим знаком вместо твердого. Например, «Съезд ВКПБ». В слове «съезд» вместо твердого знака ставился апостроф. Фу. Егор Станиславович Холмогоров делает вот такие вот выводы. Было сразу два лукавства. Во-первых, подавляющее большинство молодых крестьян-призывников к тому моменту, под тем моментом подразумевается время орфографической реформы, 18-й год, к тому моменту уже было грамотными, и никакой ядь им помехой не стал. Естественная смена поколений, осуществление намеченной царем перед войной школьной программы и введение образования для женщин сделали бы Россию страной поголовной грамотности без всякого красного ликбеза. Напротив, революция с сопутствующими потрясениями задержала распространение грамотности на много лет. Во-вторых, борьбу с безграмотностью реформа никак не упростила. Она просто заменила одни ошибки другими, более грубыми. Ошибиться в яте стало невозможно из-за упразднения ятя. Зато сплошь и рядом пошли ошибки именно в том самом суффиксе, который советская власть якобы приблизила к народу. Любимого, единственного, поскольку измышлявшие реформу академики оказались все-таки слишком образованными людьми, чтобы заменить аго на аво. Как на самом деле говорит большинство великороссов, а не на ОГО, как никто и никогда в живой фонетике не говорит. Иными словами, одну книжную норму заменили на другую, причем фонетически еще более далекую от живой речи. Помогло ли это при борьбе с безграмотностью? Нет. Зато помогло прятать безграмотность новая. Упрощенная орфография делала ошибки вчерашних пролетариев, превратившихся в партсекретарей и чекистов, менее бросающимися в глаза. Итак, две книги Егора Холмогорова. «Русские» и «Рцы слова твердо». «Русская литература» от слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова. Весьма и весьма рекомендую. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени, даже с большими паузами, наблюдать на просторах уютного ютубчика мой видеодневничок, в том числе, когда я рассказываю что-нибудь о русских и о русской культуре. А ежели вы обрашки родства не помнящие, ставьте дизлайки и рыдайте о своих картавых комиках. Обязательно пишите внизу под роликом ваши комментарии. Вот там, вон внизу.
Там же, где можно писать, как я уже сказал чуть раньше, ваши просьбы. Задавайте вопросы, я на ваши вопросы отвечу. Ежели же вы на моем канале впервые, ежели вам стало интересно, ежели вы сразу не закрыли вкладку вашего так называемого браузера и не отправились на сайт какого-нибудь чесночного «Эхо Москвы» или радиостанции «Дожить», то сейчас в правом нижнем углу экрана для вас появится рекомендация, выполнив которую вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. Вот эта рекомендация. Делайте то, что она вам велит. Делайте. Но это не точно. Сделали? Кнопочка подписаться. Из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова. Вы их подписаны. Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы, замечательно. Аплодирую вам. Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания.